Дорогие друзья, сегодня мы приветствуем вас из отеля Red Cow, где проходит очередное празднование Масленицы. Уже который год организаторы радуют нас этим ярким событием. И здесь собираются все те, кто хочет поддержать эту красивую традицию, порадоваться от души, ну и, конечно же, покушать вкуснейших блинов. Поэтому давайте вместе с нами провожать зиму. Хороший праздник, да. Весело, очень весело. Первый раз и интересно. Детям нравится. Теперь каждый год приходить? Думаю, да. Безумно красиво, безумно хорошо и супер. Мы очень довольны, что мы сюда попали. Как дела? Как настроение на Масленице? Ты мне моим добавилась, Рома, ты мне уже подняла настроение. Но Масленица проходит удачно, как показывает опыт. Масленица внутри здания Indoor проходит намного лучше, намного больше народу приходит, намного теплее. И я думаю, что в третий раз все получится вообще без косяков каких-либо. Тебе уже тепло? У меня душа теплая, то есть мне тепло всегда. Вкусные блины? Да. А с чем твои любимые? С вареньем и сахаром. Как вам кажется, насколько важно создавать такие мероприятия, как сегодня? Конечно, нужно, чтобы люди были в единстве, чтобы люди учились, дети наши, языку, общению. Очень нужно. Спасибо большое тем, кто организовывает. Очень важно, то есть можно обрести хорошие контакты, мы можем обрести новых друзей, а также люди дружатся, мирятся. Очень важно, и детям очень нравится здесь выступать, очень здорово. Очень важно, потому что так как мы не родились здесь, нам нужно продолжать свои традиции, и у нас ностальгия. Мы приехали из города Белфаст, представляем русскоязычное сообщество Северной Ирландии. Мы, конечно, не такие большие, как вы, но мы у вас учимся, и уже второй год к вам приезжаем. И через месяц мы проводим похожий фестиваль 22 марта в Белфасте, куда вас всех приглашаем. Посол России Максим Александрович радует нас сегодня своим визитом. Здравствуйте. Добрый день. Как впечатление, как настроение на Масленице? Ну, у меня, вы знаете, от Масленицы всегда, я думаю, не только у меня, вообще настроение всегда хорошее. Праздник, слава богу, у нас здесь вот традиционный, далеко не первый раз проводится. Ну вот, и я хочу поздравить всех ваших зрителей с этим праздником. So happy Масленица to you. Would you mind just to introduce yourself to our audience? Indeed. I'm Councillor Mick Duff. I'm Acting Deputy Mayor for South Dublin County Council. And I'm very pleased to be here today to share in the celebration, the Russian Festival and the Advent of the Great Lent. Скажите, как впечатление от Масленицы в этом году? Вы знаете, замечательное впечатление. Я вообще очень рад, что шестой раз русские люди, ничего не стесняясь, собираются, встречают вместе свои праздники, не только Масленицу, но и Новый год. А опять же, сегодня прощенное воскресенье, очень важный праздник в нашей православной религии. И я думаю, что если эта традиция будет продолжаться, это будет на пользу в первую очередь нам, а главным образом для детей, которые собираются, могут посмотреть танцы, сами поучаствовать в этих мероприятиях и немножко поговорить по-русски, что, в общем, полезно. Скажите, а вы здесь сколько лет находитесь? В апреле будет 3 года. И как впечатление от Ирландии, в общем? Самое положительное. Вы знаете, если коротко, то я считаю, что мы с ирландцами очень друг на друга похожи. Я имею в виду как чисто национальный характер. Такие же открытые, такие же искренние. Вот, поэтому мне здесь очень комфортно работать. Блинчики любите? Обязательно. Уже покушали? И блины, и блинчики, и уже не первый день я их ем. Do you think Russian and Irish cultures are a bit similar? Do you find anything that
I do. I was actually very surprised. I knew very little about Russian culture until I arrived here this morning. And the dancing, the music, the playing of the spoons, I think, was there's a great interchange. There's a great tradition of spoon playing here in Ireland. And I was amazed to see the Russians doing that as well. And I totally enjoyed it. But I mean, basically, when we have family gathering here for any festival, Russian children are no different than Irish children, and they are enjoying themselves immensely. So there is a great intercultural interchange. Какие впечатления после сегодняшнего? Насколько отличается, может быть, этот год от предыдущего? Ну, год сильно не отличается, потому что в предыдущем, в прошлом году мы тоже старались сделать все в наших традициях, согласно нашей культуре, и в этом году точно так же. Вот поэтому, в принципе, ну, изменились артисты, количественный, качественный состав, много детских выступлений было в этом году, то есть мы сделали упор на детские выступления, потому что всем родителям хочется посмотреть на своих чад, на своих детей. И потом Ирландия – это такой остров, отдаленный от всего, и нашим самодеятельным артистам не всегда есть возможность показать себя. Мы считаем, что Масленица – это вот как раз возможность показать себя, свои таланты для нашего народа. Какие самые любимые блины? С начинкой, без, со сметаной? Вы знаете, как бы традиционно почему-то принято, что с красной икрой нужны блины. Но поскольку не всегда красная икра у нас доступна, поэтому чаще всего либо с сыром очень хорошо блинчик, либо есть такой вариантчик вместо сметаны греческий йогурт, и вот с ним, понимаете ли. А меня зовут Максим Морской, я являюсь основателем ирландского клуба авторской песни, вот лого наше. Это клуб авторской песни, то есть любой человек, кто сочиняет собственные песни или поет как бы в этом жанре, может прийти, исполнить, поделиться своим творчеством. Настроение отличное, мы очень гордимся нашим концертом, нашими конкурсами, нашими соотечественниками. И много детей, много радости. Организаторам спасибо большое. Я считаю, что все удалось. Что в ближайшем будущем вы организуете такое интересное? В самом ближайшем будущем, это 14 марта, будет спектакль «Подыскивая жену недорого». Это будет суперкомедия, которую представят резиденты Comedy Club и Comedy Woman. И всех зовем. Придите, будет очень весело. Следующее большое мероприятие – это из КВН. Группу привозим тоже с комедийной программой. Тоже приятно вас удивим. Будет концертов, уже есть планы, как бы еще договариваемся насчет конкретных дат, поэтому информацию не разглашаем пока что, но в нашем интернетном сайте вы всегда можете следить за новостями. dublincityevents.com. Как вообще впечатление от сегодняшней? Молодцы организаторы, за организовали такой праздник. Да, конечно, нам очень понравилось, весело, детей много, как бы они все заняты, и родители заняты, встретили много знакомых, как бы есть о чем всегда поговорить. Сергей очень хорошо поет свои песни. Я приду рэп, почитаю, ничего? Можно, конечно. Все, да. Что угодно, у нас и стихи читают, и рэп читают, и даже я там пою, так что если я даже там пою, так что можно всем абсолютно. Приходят иногда музыканты на саксофоне, играют на других музыкальных инструментах. То есть тематика широкая, мы приветствуем дружественные народы, как бы все, когда мы говорим русскоязычная авторская песня, это не значит, что только русские. Это все бывшее СССР. У нас люди на белорусском, на украинском пели, на литовском. Денис, если на баяне придет поиграть, отлично, ничего? Отлично, да. Ну, пока. Можем даже его порвать. Спасибо организаторам на вот этого прекрасного, замечательного русского фестиваля, который завершился. У нас здесь тут Масленицы. Всех с Масленицей, всех с наступлением весны, которая все-таки в Ирландии, она чуть-чуть, может быть, подзадерживается, но все равно всех праздником. Позвольте еще. Масленицы вам! Спасибо большое, вас тоже! Поздравляем с Масленицей! Четыре двора из ворот ворота, четыре двора из ворот ворота, на пятый двор живет миленький мой. Какие самые любимые ваши блины?
Обычный простой блин. Без начинки. Ну почему? Со сметанкой, очень уважаю. А так, если брать, вы знаете, ведь начинок для блинов сотни. Поэтому, если я начну перечислять, я боюсь, у вас просто эфирного времени не хватит. А сами умеете печь блины? И не только блины. Умею. В этом году блины просто не кончались. Да, мы учли опыт прошлого года. Поэтому мы заказали больше блинов, больше еды, наши русские пирожки с мясом, салат оливье. То есть все в наших традициях, даже кухня. Is there any difference between Irish pancakes and Russian pancakes? Just having tasted the Russian pancakes, absolutely not. They're both savory, enjoyable. You like them with jam, so do I. I wouldn't be interested. The natural yogurt now wouldn't interest me because I have a sweet tooth, unfortunately. But they were absolutely lovely. They really were nice. Я бы пожелала всем зрителям, независимо от национальности, чтобы они умели прощать. Потому что тот, кто простил, тот свободен. И у него нету груза прошлого. Прощайте друг друга, а еще больше, любите друг друга и не обижайтесь друг на друга, уважайте друг друга. Тогда и прощать не нужно будет. Have you ever been to Russia? No, I haven't, and that's on my wish list. I hope one day that I will get there. It's always been an ambition of mine to get there, and I will definitely go and see Moscow. I want to see Petersburg. I'm very, very interested in going there, and that will happen one day. Насколько сложно организовать такое мероприятие? Очень сложно. Учесть, что помогает финансово нам только российское посольство. В этом году нам еще Dublin City Council выделил грант. Спасибо им большое. Вот, поэтому, исходя вот из местных, у нас очень мало профессионалов. Спасибо Веринее, что вот они представляют нам такую прекрасную программу. Вот, спасибо другим артистам, Юрий Самухов, Сергей Меньшаков, многим ребятам, Non-Stop Band, которые стараются, помогают, делают. Вот. Ну, конечно, хотелось бы пригласить профессиональных артистов из России, но это очень дорого, пока мы не можем себе это позволить. Но надеемся, что мы к этому придем. Мы тоже надеемся. Желаю вам успехов. Спасибо за то, что вы делаете. И еще пожелайте, пожалуйста, сегодня прощенное воскресенье, ну, что-нибудь нашим зрителям. Дорогие друзья, спасибо, что вы к нам пришли, спасибо, что вы нам доверяете. Мы надеемся, что вам очень понравилось, а мы будем и в следующем году стараться сделать все лучше, лучше и лучше. Спасибо вам, с прощенным воскресеньем и с Масленицей. Мы заканчиваем наш сегодняшний сюжет, посвященный Масленице 2015. Мы надеемся, что вам понравилось. Если уж что-то не так, простите нас. Желаем вам добра и любви. И до скорых встреч. Пока-пока. Эх,